Всем привет, это Оля, Северная Каролина, у нас на связи, прямое включение, пятница. Я сегодня не работаю, такое совпадение, я не записалась на Volunteers Day, чтобы пойти поработать дополнительно в пятницу, заработать еще 100 с чем-то там, $60. Вот. А, про свой рабочий день я хочу записать следующее видео, мой обычный рабочий день. Но сегодня у нас про муравьев. Неожиданно, правда? В общем, если вы уже в Америке, или вы готовитесь, закупайте антигистаминные препараты, если вы все еще в России. Нет, тут тоже продают от аллергии препараты, и мы их еще не пробовали. То есть, если вы аллергик, и вы собираетесь переезжать, возьмите с собой запас, ну, на 6 месяцев, даже без prescription, они просто будут в коробочках, никто не смотрит. Коробочка, которую вы в чемоданах у вас, таблетки нигде не проверяете, то есть это для вас, это не на продажу, вы их можете везти, никаких вопросов не будет. Поэтому необходимый запас медикаментов можно с собой брать не в ручную кладь, а именно в багаж. Насчет ручной клади я не знаю, там может быть какие-то limitations будут, а в багаж, люди говорят, брали коробками, ничего страшного. Вот, к чему это я? А, я вообще не аллергик, у меня дети аллергуют, потому что у меня муж тоже аллерг. У меня не было никогда аллергических реакций, но здесь меня уже дважды укусили муравьи. Муравьи, блин! Никогда такого не было, и вот. Вот сейчас не видно уже мои руки, но вообще в 5 утра они были такие, как варежки, я даже кулак не могла сжать, и губы у меня сегодня еще не такие обычные, вчера у меня были они прям такие уточкой. Я фотографии не делала, я понимаю, что люди отваливают огромное количество денег, чтобы сделать вот такие губы, у меня они были вчера такие абсолютно бесплатно, но я даже не стала фото делать, потому что для меня, мне кажется, это ужасно. Потому что еще кроме губ, все остальное тоже не было, было немножко такое. Губы были такие puffy, и все остальные черты лица тоже были a bit puffy, или swollen еще можно сказать, это раздутие. Потому что один раз меня укусили муравьи на пляже, то есть он так по руке тык-тык-тык пробежал, совсем малюсенькие-малюсенькие. Мне кто-то из американцев говорил, oh, be careful, there are ants. И я такая, ха, ну ants, подумаешь, ants, шайтан, блин, ants, вот такие милипусенькие особенно, run away. Вот на пляже он меня укусил буквально тык-тык, вот так вот маленькие точечки были. И в течение 2 часов у меня были такие опухшие глаза, ну не глаза, а вот губы, нос, вот так вот, вот по лицу. А, ну и на руках учесалось очень сильно. Вчера укусили меня на работе за попу, то есть я сидела на перерыве, на улице, на лавочке. Я смотрю, так мурашка по ноге, раз встряхнула, еще один. Видимо, одного я не заметила, потому что он меня укусил, вот, bad, my bad. И все, вот такой волдырь на попе. Сейчас уже нету, сейчас все нормально. То есть это было вчера вечером, все сдулось, лицо. Я взяла 2 таблетки антигистаминных, еще российские какие-то, не помню, лоротодин, еще какую-то другую, не помню, что-то, центрум, не помню название. Вот. Не заметила особо, как бы, чтобы оно мне помогло, но я точно не померла. Но у меня было все вздутое, все чесалось, крапивница по всему телу, пятна красные. Так что видите муравьев, как бы опасайтесь их, они мерзкие. Я никогда не ожидала ничего подобного от муравьев, как бы вот так. Ну вот, у нас интересные планы на выходные, так что на следующей неделе будет супер видео не про Северную Каролину, потому что мы будем выезжать. А по-моему, мы все-таки будем все еще с территории Северной Каролины. Мы едем к морю! Не к морю, на океан! Океан как-то звучит не так. Непривычно. Ну все, спасибо. Take care. Берегите себя. Всего хорошего. Удачных выходных. Пока-пока.